А ты хочешь золотую пушку навсегда? Всем привет, с вами Андрей Беттер, и разработчики Warface запускают новый конкурс. Поздравь бойцов и выиграй золотую пушку навсегда. Уже через пару недель весь мир будет отмечать Новый год. И не забудьте уделить внимание семье, друзьям и боевым товарищам. Итак, что же нужно сделать, чтобы получить золотую хорошенькую пушку навсегда? Снимите новогодний поздравительный ролик в духе Warface, выложите его на YouTube или в другой социальной сети, или на открытой видеоплощадке. Проявляйте креативность, придумайте что-то новое, невероятное, или сделайте праздничную подборку игровых моментов с вашим поздравлением. И выбор за вами, друзья. Все в ваших руках. От каждого участника принимается только один видеоролик. Ролики, созданные до начала конкурса или взятые у сторонних авторов, рассматриваться не будут. Качество видео и звука должно быть высоким. Оптимальная длина видео до 2 минут. Работа не должна нарушать правил игры. Прием, отбор работ проходит в специальной теме. Ссылочка в описании будет, друзья. Конкурс продлится с 14.00. 14 декабря до 23.59 минут московского времени 24 декабря. Какие у нас будут же призы? Победителю одно золотое оружие навсегда на его выбор. Одно любое золотое оружие, какое он захочет. Это очень классно. Ты поздравишь всех своих друзей, семью. Можешь поздравить разработчиков Warface с их достижениями. Можешь поздравить маму, папу, брата, сестру, друга, учителя и просто выиграть за это золотую пушку на твой выбор. Со 2 по 10 места. Одно оружие из коробок удачи на 100 дней на их выбор. Любой донат на ваш выбор, друзья. Желаю вам всем удачи. Снимайте видео, поздравляйте всех. И выигрывайте пушки, друзья. Выигрывайте донат, нагибайте в Warface. А если тебе понравилось это видео, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Всем удачи, всем пока!